Четверть века на страже прав якутян. Конституционному суду Якутии исполнилось 25 лет. Сегодня в правительстве республики прошло торжественное заседание, посвященное знаменательной дате. В 92 году, когда республика приняла Конституцию, главный правоустанавливающий документ, появилась необходимость в создании профильного надзорного органа. В России тогда эти функции выполнял комитет, но Якутии нужна была независимая от исполнительной власти структура. Авторы проекта Конституции, в числе которых входил и член Общественной палаты Михаил Федоров, настояли на создании суда и подготовили необходимые документы. Начали тогда обрабатывать эту тему, ну и подготовил проект закона, первый тогда, о Конституционном суде Республики Саха-Якутия. Ну и Верховный Совет тогда 12 судов его принял. С тех пор прошло уже 25 лет, ну наш суд, как говорят, как бы его ни ругали, всякое разное, он есть, он существует, он прошел. На сегодня, можно что сказать, это неотъемлемая часть нашей системы, это неотъемлемый атрибут нашей внутренней судебной власти.